Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на разборе урока субботней школы Золовским университетом. И сегодня у нас с вами пятый урок, который называется Только Библия, Слово Скриптура. Сегодня мы с вами будем говорить о том, собственно, что из себя представляет этот принцип. Собственно, давайте мы сейчас это и обсудим. Что это за принцип? Слово Скриптура. Что он означает? Библия и только Библия. А как это понять? В свое время Лютера пригласили на Сейм, на Сейм, где в присутствии императоров и кардиналов спросили о том, согласен ли он отречься от того, что он сказал или написал, в присутствии таких великолепных особ. Он объяснил, в чем состоит его упование, и в конце сказал: если на основании священного писания меня убедят в том, что, это, что я сделал что-то неверное, то я готов от этого отречься. Если же этого сделано не будет, то на всем стою и не могу иначе. И, в общем-то, это стало, стало первым шагом на пути к тому моменту, который мы называем принцип соло-скриптура. Ну, собственно, да, сам этот принцип соло-скриптура, он и был э, утвержден во время реформации, да, непосредственно Лютером. В XVI веке? Да, в XVI веке. Но э, насколько этот принцип правильный? То есть, если мы говорим, что Библия и только Библия, подразумевает ли это, что мы не можем использовать, собственно, ничего? кроме Библии. Здесь также уместно отметить слова Лютера. Он говорил, что только Священное Писание является господином и хозяином всех записанных на земле учений и доктрин. Из этого следует, что Мартин Лютер, конечно же, провозгласил принцип соло-скриптура, но считал, что любые другие духовные труды принимаются им при условии, что они не, против... не противоречат Священному Писанию. Кроме того, мы когда читаем Библию, мы понимаем, что там упоминаются какие-то исторические факты, какие-то описываются реалии, естественно, значения которых мы не знаем и не понимаем, если не сверимся с исторической литературой, которая объясняет нам эти вещи. Поэтому нам приходится прибегать к справочникам, к энциклопедиям. Это только расширяет наш кругозор в понимании Священного Писания. Но мне кажется, видите, самый главный вопрос здесь, вопрос о скриптуре, это вопрос авторитета. То есть мы собираемся выступать с точки зрения абсолютного авторитета. Мы говорим о духовных вещах, мы говорим о том, что меняет человеку жизнь, да, вторгается в его личную жизнь. Да. Мы, мы, мы претендуем на то, чтобы человеку объяснить истину, да, что есть истина. Да? И вот эта истина, это открыто в Священном Писании. И вопрос авторитета. Может ли какое-либо слово, писание, книга сравниться по авторитетности с Библией? Вот в чем весь вопрос. Нет. Потому что Библия является откровением Бога, это записанные слова Бога, это опыт людей, проживших с Богом, и на этом основании то есть является, Библия является мерилом. Но она первоисточник. Мы говорим, Первый. что есть такое понятие, как первоисточник, да? и есть книги, которые уже э, помогают этот первоисточник понять. То есть всякого рода комментарии... Они помогают нам понять священное описание, но они не являются с ним наравне, не, не, их нельзя поставить на, наравне, да. Они Не являются равными, по сути. Вот. То есть вопрос первоисточника всегда, первоисточник всегда сложнее. В комментариях всегда немножко упрощение происходит. Да. Разбирая, мы... Принцип науки, анализ. Да? Мы берем и расчленяем на части, и пытаемся понять, что... из чего оно состоит, какие элементы и так далее. Вот этот момент. Да? То есть наука занимается исследованием первоисточника. Некоторые христиане ошибочно утверждают, дескать, Мартин Лютер провозгласил принцип соло скриптура, и он принимал только, только Библию и все остальное отвергал. Но даже если учесть тот факт, что Мартин Лютер написал свои труды, и они состоят из 55 томов, говорит о том, что как он сам относился и использовал принцип соло скриптура. Да, то есть, если обобщить все то, что мы сказали, принцип солоскриптуры он э, не устраняет другие книги, он скорее возвеличивает Библию да, на фоне всего остального, утверждая, собственно, ее авторитет. Да, а любые а, другие источники, которые могут противоречить Библии, они являются вторичными. Да, собственно, об этом в Библии э, также мы можем найти некоторые упоминания, в частности, в первом послании э, Каримской церкви. Павел пишет очень интересные слова. Давайте мы откроем четвертую главу. Четвертая глава, стих шестой, да? Да-да-да, совершенно «Ради верно. «Ради вас, братья, применил я это к себе и Аполлосу, чтобы вы на нашем примере могли научиться правилу. Ничего сверх того, что написано, чтобы никто из вас не кичился своим предпочтением одного человека другому». То есть э, в выборе авторитетов для Каримской Церкви необходимо руководствоваться правилом Священного Писания. То есть Священное Писание является мерилом э, их слов. Да, здесь апостол Павел говорит Корейской церкви, что мы выработали такое правило да, при чтении Писания. Мы говорим о том, что э, ничего, кроме того, что написано. И, кстати, здесь идет речь о том, что э, в то время существовал канон Нового Завета, естественно, речь идет о толковании Ветхого Завета. Да? Угу. Ну и прежде всего Ветхий Завет толковался в применительном к Иисусу Христу. То есть что в Ветхом Завете говорится об Иисусе? Угу. Не буду сверх того, что написано. Это вовсе не значит, что не, не принимать во внимание и другую информацию, и других областей, таких как библейская археология или история и других. Ну вот, смотрите, если этот принцип применять, принцип очень здравый, да, то, что написано, то написано. Ни больше, ни меньше. Проблемы нет, когда мы с вами рассматриваем какие-то тексты, связанные с описанием чего-то, какие-то истории. Но когда речь идет о толковании таких книг, как «Даниил» или «Откровение», которые полны символиками и различными смыслами, и до сих пор многие богословы бьются о том, что же все это означает, как здесь применить этот принцип? Ну, Не мы... в общем-то, мы приходим к тому, что если говорить даже о книге Откровения, да, то многие символы объясняются в самой книге, да. Что-то говорит, например, Иисус о книге Даниила, да, там о сыне человеческом о умерости запустения. То есть мы встречаем вот встречаемся с феноменом самодостаточности священного Писания. То есть на самом деле Библия вот эту вот образность она сама и трактует. То есть достаточно все-таки Библии для того чтобы понять пророческую вещь. Ну, а потом есть разные жанры. Да? К разным жанрам мы подходим с разными, с разными критериями. То есть существуют жанры повествовательные, которые достаточно просто прочитать и принять к сведению. Есть жанры, э, которые мы называем жанры закона, где четко написан закон, который необходимо исполнять. И сюда можно отнести как 10 заповедей, так и Нагорную проповедь, где четко сказано о том, что Иисус говорит: Все, что Я вам сказал, исполняйте. да. Потому что слушающий не исполняющий подобный человек, который построил дом на песке. То есть есть определенные, определенные вещи, где директивное свойство. А есть вещи, которые высказаны вот таким прикровенным языком, пророческим языком. Это пророческие книги, к ним существует особый подход. Угу. То есть, исходя из того, что вы сказали, мы можем говорить о том, что Библия представляет собой некую целостную картину, в которой мы можем найти, в принципе, некоторые ответы на наши вопросы. Но э, насколько вот целостность Писания, как мы любим об этом говорить, э, насколько это соответствует действительности? Насколько мы на самом деле можем сказать, что Библия это целостный документ, целостная книга, которая не содержит в себе никаких противоречий? Вот ну, здесь, видите, опять же вопрос: а если вот мы говорим, что Библия это 66 книг, да? это эпоха, которая там полторы с лишним тысяч лет охватывает да, в своем э, описании, в процессе написания, но вместе с тем Библия как единая книга, да, то есть тоже содержит единую весть. Это пришествие Мессии, это откровение о Мессии, да, и второй очень важный момент, это вот такой нарратив Священного Писания. Ну, и можно сказать даже, что метанарратив, мета да, то есть это, так сказать, бытие, третья глава, потеря дерева жизни и откровение 22 глава, куда мы приходим с обретением дерева жизни. Все вместе, да, то есть это путь к дереву жизни путь к дереву жизни. То есть есть главная весь священное писание, как вот всех книг по отдельности. И это создает целостность картины. Это мы говорим, когда мы говорим о целом, о целой теме, о главной теме, которая да, Бог и человек оказались раз, разъединенными, и потом мы в конце видим, что Бог и человек становятся соединенными, да? Когда он говорит, Иисус жил среди нас, раскинул среди нас свой шатер, и в конце тоже Бог раскинул шатер, в котором чтобы жить среди нас и стал стал нашим храмом и нашим солнцем. Вот это как бы вот вот эта идея общая. Но есть еще какие-то вещи, связанные с отдельными моментами, и это отдельные моменты, связаны как раз с историей личностной историей каждого человека. Это как Бог находит каждого отдельного человека, каждого конкретно, и в каждой истории есть определенный, определенный, определенный подход. Другое дело, что мы понимаем, что в само Писание может содержать э, разные точки зрения на один и тот же вопрос. Например, когда мы говорим про книгу притчей, то там сказано, отец дает советы сыну, и он говорит, сын мой, если хочешь жить правильно, то делай так-то, 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 и будешь успешен, и будет все хорошо, и будешь долго жить. А когда мы читаем книгу Экклезиаста, то там другая совершенно мысль о том, что как не живешь, все бессмысленно, все бестолково, все кончается ничем. Вот. И как будто бы ни для чего ты живешь. И все труды человека для рта его. И, в общем, получается все бессмысленно и заканчивается, давайте сущность просто все выслушаем, бойся Бога и Запад его соблюдай. Вот, то есть получается, что э, учение бессмысленно, все равно, все, равно, все, все, равно, все, заканчивается несправедливостью, но Бога надо все-таки бояться. То есть такое странное вот. То есть это две разные точки зрения. И мы говорим тогда о диалектическом подходе Библии. То есть диалектический, то есть подход с разных сторон. Как точка зрения апостола Павла о том, что мы спасаемся благодатью, так и точка зрения Иакова о том, что наша вера определяется, определяется из наших дел. То есть текст может быть поливалентен, говоря уже теперь <laughs> более профессиональным языком, да? но тем не менее у него будет одна платформа, да? то есть это авторитетность и богодухновенность, и все-таки будет мысль. Угу. Говоря о толковании Священного Писания, конечно же, нужно помнить этот принцип целостности, потому что если не учесть этот нарратив Священного Писания и главную идею, которая красной нитью проходит через все Священное Писание – можно прийти и, и быть и толковать какие-то отрывки в отрыве этого, от этого контекста, и прийти к ошибочным заключениям. Да, можно. То есть во многом целостность писания оно, э, подразумевается не просто э, наличием священных текстов, да, но и определенной вестью, которая через эти тексты проходит. В частности, весть о э, великой борьбе, о нашем искуплении. Да, что везде мы видим, как Бог он пытается наставить свой народ на истинный путь? Да, это вот прям красно не через все Священное Описание. Я соглашусь с этим, но здесь возникает еще один вопрос: а насколько ясно Библия излагает ту вещь, которая в ней содержится? Иногда это очень определенно. Например, когда Давид привел к во дворец к себе Версавию чужую жену? Вот, и потом погубил ее мужа, написано, и было это злом в глазах Господа. То есть, когда определенно Библия определенно называет какие-то вещи грехом. Вот. То есть, ясность Библии предполагает, что по принципиальным вопросам у Библии есть определенный взгляд, который она время от времени утверждает. Когда, например, она в книге судей пишет, да, в то время не было царя в Израиле, каждый считал, делал то, что считал правильным. Да? Это позиция Писания, да? То есть избрать царя, царя – это зло, но без царя они не могут не знать, что такое правда, да? Вот тоже такая, тоже такая амбивалентная вещь. Ну, еще вот очень интересный, интересный момент, да? То есть вот, э, мы приходим все-таки к определенным сущностям, да? И как они выражены. И Принцип, мы говорим принципам таким, да? Принципы, сущности, да, Дев, закон 10 заповедей, да, да То есть мы вспоминаем экклесиаста. Они сформулированы буквально одним словом. Не убей, не укради, не и так далее. Помню, да? суббот. То есть получается, что когда мы приходим к каким-то фундаментальным вещам, то там есть предельная ясность. Они очень четко сформированы, сформулированы и, так сказать, правовозглашены Богом по отношению к человеку. Уместно вспомнить самого Иисуса Христа, когда он обращался к своим современникам, он им говорил, ведь это ясные вещи. Разве вы не слышали, разве вы не читали это? Еще раз и еще раз говорит о том, что Иисус Христос говорил о многих вещах, которые были записаны в священном Писании, которые очень ясно были понятны. В то же время, он, когда цитировал священное Писание, он отделял священное Писание от человеческих представлений. Например, он говорит о том, что люби ближнего своего. И э, ненавидь врага своего. Вот, ненавидь врага своего – это как раз человеческие представления, которые перемешались к Божьей заповеди. Нет цитаты нигде в Ветхом Завете о том, что надо ненавидеть врага. Вот. Но когда Иисус это говорит, он говорит, что есть такое утверждение, оно живет в ваших головах. Давайте отделим э, от, 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 зерна от плевел и выясним, да, что на самом деле наверное. ненавидь врага – это не должно быть, а должно быть только любви. И ближний – это шире, чем просто, просто еврей. Но это все касается неких таких э, моральных составляющих священного писания, когда мы, в принципе, находимся на одной и той же культурной платформе, да, когда мы понимаем, что добро – это добро, зло – это зло. Но ну, есть... То есть наша культура сформирована, на самом деле, христианскими принципами. Да-да-да. Но, собственно, это, наверное, базовые вещи для всего человечества. Да? Все понимают, что убивать – это плохо, и воровать тоже плохо. То есть, в целом, я думаю, что у человечества в этом вопросе есть какое-то вот определенное согласие. за ну, исключением, конечно, неких людей, которые считают, что одна нация лучше другой. Угу. Ну, это да, это уже отдельный момент. Но если, смотрите, если здесь более-менее понятно, то как быть в вопросе ясности с такими вещами, как понимание одних и тех же текстов совершенно по-разному. То есть мы сейчас живем в многорелигиозном мире, и даже если брать конкретно христиан, мы знаем, что существует очень много направлений в христианстве, что христианство не представляет собой какое-то единое течение. И во многом это все обусловлено тем, что э, по-разному люди понимают одни и те же места священного. Ну и у них есть для того, чтобы толковать, существуют разные платформы. Если говорят, что протестантизм в целом отли, отрицает существование, существование, например, икон или существование священного начала, протестантизм на этом стоит, он исходит из того, что Писание авторит определяет эти вещи. Когда мы, например, говорим об исторических церквах, то там все это определяется наличием предания, которое эти вещи говорит, что нельзя выбросить историю. История, исторический, церковь исторически развивалась таким образом, что она пришла и к священному началью, и пришла к победе иконопочитателей. То есть был, 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 период, многовековый период бор 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 борьбы, борьбы иконоборцев и иконопочитателей. Победили иконопочитатели. И с этого момента существует дата, э, дата победы православия. Вы знаете, мне кажется все-таки, что все это очень непростые вопрос. А если бы все можно было постичь разумом, да, мы бы очень точно определили в историю четкую точку, да, победа иконоборчества или победа там, иконопочитания, пришли к очень внятному, ясному голосу Священного Писания, посмотрели, что-то изменили бы в своей жизни. Да? Но мне кажется, многие, вот если мы заговорили о, разной, о таком полирелигиозном, так сказать, мире нашем, да, многое идет все-таки из иррационального, из каких-то социальных связей, из определенных школ, да, из определенных традиций, в которых человек существует. Ему там комфортно в этих традициях. Ему комфортно там мыслить, ему комфортно там жить. Есть многие традиции, которые являются очень жесткими, требовательными. Есть традиции, которые очень либеральные и мягкие. Да, да кого-то прищают как раз, эстетические категории, о том, что вы помните рассказ о том, как посланцы Владимира да, нашли замечательную церковь, в которой да. они почувствовали себя, как будто бы они на небесах. Он да. говорит, мы хотим такую веру, чтобы мы тоже на земле чувствовали как в небесах. То есть храмовое пространство является пространством отделенного от мира. Мы даже вспоминали здесь в Кулуарах такую церковь, как Фрики для Иисуса, да, и кому-то там очень комфортно. Там тоже есть свои рамки, то есть там есть свои законы, свои правила. А вот, но в целом мы должны сказать о чем, да, то есть есть единый авторитетный источник. Говоря о различном понимании священного Писания, вероятно, следует помнить, что Священное Писание, как мы читаем, было написано под вдохновлением Святого Духа. Поэтому, чтобы понимать Священное Писание, мы должны молиться и просить Господа, чтобы Он послал Святого Духа, открыл наш разум и наше сознание к пониманию. Также мне думается, что Господь всегда посылал новый свет. И если мы принимаем новый свет и движемся вперед, то мы принимаем то, что говорит Господь к нам, и как Он понимает, помогает нам понять и толковать Священное Писание. Вот отсюда, пожалуй, принятие и непринятие Нового Света и определяет то, что есть, ну, скажем так, деноминации, которые, получив Новый Свет, сделали шаг вперед. Это и самое сложное, на самом деле, Василий Васильевич. То есть новый свет человека, ну так сказать, ставит под вопрос, да, его, ну, перед вопросом, да, его рамку, его комфортное существование внутри его да, выйдет ли организо за организованной этого структуры, зоны комфорта, да? зоны комфорта. Понятно, что он там все понимает, он там ориентируется и в этой зоне он свой. А теперь Новый Свет говорит ему, что ему нужно сделать шаг вперед. Да, Клайв есть... Льюис по этому поводу сказал, говорит, я не люблю всякого рода перемены в церкви, эксперименты не для меня. Вот, то есть получается так или иначе, что Бог зовет человека к новым откровениям, но человек, по сути дела, да, что? Сопротивляется. сопротивляется. Но так... Всеволод Васильевич замечательную вещь сказал о том, что э, какие-то вещи можно понять только тогда, когда э, приходит кто-то, кто открывает вам совершенно другую другую позицию. Спом, вспомните случай, когда Иисус сопровождает учеников, идущих в Емаус. Это произошло после его смерти. Они да. идут в Емаус, чтобы уже заняться своими делами, и к ним присоединился спутник, и э, они говорят, что, они рассказывают о том, что ты, неужели ты один не знаешь, что там случилось в Иерусалиме? Некоторые из наших пошли к гробнице и нашли все так, как говорили женщины, но его не видели. Тогда Иисус сказал им, это 24 главу, я читаю с 25 стиха. Евангелие от Луки. Евангелие от Луки. Неужели не можете понять, так трудно вам поверить тому, что сказали пророки, не это ли должен был претерпеть Мессия, прежде чем войти в славу свою? Затем, начав от Моисея и всех пророков, он разъяснил им все, сказанное о нем во всех писаниях. То есть, оказывается, главное, что они не могли увидеть с позиции того, что Иисус умер – они не видели ту истину о воскресении, которую они еще не пережили. То есть это должен был еще, они должны были пройти через какой-то опыт. Опыт встречи с Иисусом в момент горчайшего разочарования. То есть когда человек находится в ситуации потери, ему чего-то не достает, в этот момент приходит Иисус и говорит, посмотри, вот что тебе не хватает. И это открывается им, и они вдруг начинают видеть Писание. И, она говорит, и они говорят потом об этом, не горело ли в нас сердце наше? То есть вот это ощущение, когда Бог сам открывает тебе какие-то истины. Бывает так, что ты читаешь Писание, и вдруг приходит этот самый инсайт. Раз, и вдруг тебе открылось, ты вдруг понял, что, это, что Писание здесь говорит. Что оно говорит тебе? Друзья, тут есть очень интересный момент. Да? То есть которым мы должны всегда помнить, что Иисус еще, возвращаясь из Кесарии Филипповой в Иерусалим на праздник Пасхи, там, где он будет арестован, там, где он будет присудилищем и распят, он уже начал говорить о чем? Мы с вами идем, там в Иерусалиме что? Меня да. арестуют, там в Иерусалиме меня что? Обрекут на суд, я буду распят, и дальше он говорит, что я буду я воскресну. Да. И вот, например, 8 глава Евангелия от Марка, он говорит, убьют его. Да. Но через три дня, 31 стих, он воскреснет. Так получается, что у них нет недостатка в информации. Да. Но этого опыта у них еще нет. То есть у них есть человек, которым сказал извне им новую истину. Это был сам Иисус Христос. Но теперь возникает вопрос, а почему же люди, которые обладали информацией, которые точно знали, они же не глупые же люди, они же, ну, на самом деле же нормальные люди, умные, способные к анализу. Первое, пришли, второе, арестовали, третье, суд, дальше он ну, же сказал. Распятие, он да, же он говорил. Конечно. Но ну, а дальше, вот последнее, это после распятия, по идее, но ну, тоже сказано, проговорено и да. утверждено. Это воскресенье. Значит, а где все, люди? Не все, что сказано, может быть воспринято, да? То есть получается, что в Писании есть какие-то вещи, которые нам сегодня пока не открыты, потому что мы не готовы слушать. Сам Иисус говорит, я мог бы многое вам сказать, но вы теперь не способны слышать. Мы приходим к очень интересным вещам. Есть духовные реалии, которые человек что? Не способен, способен или не хочет, не готов. Давайте так скажем. Не готов. Не хочет, не хочет, потому что в той рамке, которая или не была может, ему, или не может. которая ему была нарисована иудаизм первого века. Они там чувствовали себя спокойно, они знали, что, где, по и как. И они до сих пор ждут миссию. И вот это вот теперь новый свет, мы будем говорить, да, то есть весь самого Иисуса Христа, зовет их дальше. Потому что, ну, опять же, воскресение Христова не так сильно там прописано в иудаизме, да. Вот, то есть, получается, люди были не готовы. А с другой стороны, можно вспомнить еще один момент из жизни Иисуса Христа в самом начале Его жизненного пути на земле когда помните волхвы приходят к Ироду и задают ему конкретный вопрос: где родился царь иудейский? И они четко говорят: в и Ефрафе. Они четко знают, они поняли, о ком идет речь, о каком царе. И они цитируют э, пророка Михея и говорят, он должен родиться в Ифлееме. То есть они не задают вопросов о каком конкретно царе идет речь, что происходит. Они понимают, о чем идет речь, угу. и понимают, то есть, что существует мессианский цикл, который, угу. который они исследуют, который у них прописан. Они знают ответы на многие вопросы. Да, то есть они из рода Давида, город Вифлеем. Они используют текст э, Ветхого Завета, да, для толкования событий уже Нового Завета. То есть, они используют момент преемственности. Да? Тот и когда Иисус въезжает в Иерусалим, они тоже понимают, что это исполнение пророчества. Да? Он въезжает, сидя, сидя на ослице. Да? да, то есть, мы видим, как люди применяют принцип того, что Писание толкует само себя, да? но при этом они сами не видят исполнение этих слов непосредственно в своей жизни. Почему не видят? Они все видят, в том-то и проблема. Не было бы греха, если бы вы не знали, что грех, скажет Иисус. Нет, я что я имею в виду? Мудрецы, которые сказали, что в мессия должен родиться в Вифильеме, они четко понимали, что это должно произойти. Они да. знали, что это произошло. Да, Пастухи, но, да они знали, но при этом они не давали себе отчет о том, что этот младенец это и есть тот самый обещанный мессия. Я то есть, думаю, что на самом деле давали, потому что даже э, Сим, Симеон, Даяна, порочица на 40-й день посвящения Иисуса в храме, Иван Луки уже скажут, что я, он скажет в, прессу, в храме, да, в присутствии видит, людей. очень мое спасение. Мое видят, да? То есть они спасение да, они да, но речь идет о придворных священниках. Uh -huh. То есть здесь уже ситуация уже немножко другая. Но если мы уже, давайте, подробнее поговорим об этом принципе, что Писание толкует само себя. Насколько это оправдано? Есть, а, ну вот, когда Иисус говорит э, с учениками на пути в Ямаус, он четко определенно им говорит о том, что э, Писание э, Ветхого Ветхом еще нет Нового Завета. Да, Иисус в Ветхом Завете говорит, все о Нем уже сказано. То есть мы говорим, что э, как вот принцип волхвов, да, э, все весь все, все, все знают, что сказано о Мессии, каким образом в его жизни это произойдет. И начинается, и начинается исполнение прямо пошагово. И потом Евангелие, говорят нам, так сбылось реченное у пророков. Да? То есть определенно они говорят о том, что это исполнение пророчества. У Матфея есть, очень много таких да, у Матфея очень угу. много ссылок. Он говорит, так сбылось реченное у пророков. То ну, есть ну, определенно, то есть он об этом говорит. Вот Писание толкует само себя. И возьмем книгу Даниила. В книге Даниила сказано о том, что будут царства смеять друг друга книги Даниила. Эти царства называются по имени. Первое царство названо во сне на выходном во второй главе. Ты, Вавилон. Второе царство названо потом, когда рассказывается о, о, о об Овне и козле. И говорится, что второе царство – это мида персия два да, а, а, рога. Два рога. Один, потом один выше другого. Сначала один был другой, потом другой выше. мида персия Сначала Мидия, а потом Персия. И потом он говорит, а третий царь с одним рогом – это Александр Македонский. Да, Четко сказано, да? Это Греция. Да, которая потом сломается на четыре. На четыре. И мы понимаем, что в истории был после Александра Македонского государство, распалось на четыре части. Вот. То есть толкование в Библии содержится. То есть сама Библия рассказывает, объясняет нам вторую, вторую главу, седьмую и восьмую книги пророка Даниила. Еще очень, очень важно да. рассматривать определенные отрывки толкования в контексте всей Библии, потому что можно прийти к ошибочному толкованию. И на примере Иисуса Христа это видно потому что говорится о том, что Иисус Христос прошел, начиная от Моисея и всех пророков, Он делал эти ссылки для того, чтобы показать им, как в многих местах Священного Писания истолковываются события, которые имеют место уже при их жизни. Спасибо. А вот, вы знаете, есть такая некая, может быть, странность да, в Евангелии от Матфея, да, во второй главе, «Обегство в Египет, да, та же называется. Интересно. Как только они удалились, волхвы, явился к Иосифу во сне ангел Господень и сказал, встань, возьми младенца с матерью, беги с ними в Египет, оставайся там до тех пор, пока не дам знать тебе, ибо вознамерился Ирод найти и убить младенца. Ночью Иосиф взял, встал, взял младенца с матерью и бежал в Египет. Там оставался он до смерти Ирода. Так должно было исполниться сказанное Господом через пророка из Египта, призвал я сына моего». То есть получается, что путь Иисуса а каким-то образом, да, то есть это повторение чего? Вот этих всех ветхозаветних а, пророчеств о нем. А оно, может быть, в Египет это, в общем-то, не так близко даже идти маме с ребенком. А не проще ли было скрыться в Антиохии сирийской? А не проще ли было куда-то еще отправиться, в, в, я не знаю, хоть бы там в пустыню и там как-то выжить? По крайней мере, Илью в свое время кормили ворона, да? То есть, а здесь Бог конкретно направляет такое впечатление в Египет именно для чего? Для того, чтобы исполнилось пророчество. Чтобы из Египта его вызвать. Понимаете, вот как складывается сама жизнь, сам путь Иисуса Христа. То есть, и действительно получается, вот о чем Всеволод а, Васильевич сказал, да, то есть Иисус своей даже самой жизнью показывает, что эти ветхозаветные пророчества и места Писания, они будут в нем реализовываться. Но сам Иисус говорил о том, что не все ветхозаветные пророчества можно понять легко. Вы помните, в Евангелии от Матфея, 22 главе, он говорит, «Что думаете вы о Мессии?» 22 глава, стих 41, 42 Евангелие от Матфея. «Что думаете вы о Мессии? Чей сын он?» «Давидов», – ответили они. «Если так сказал Иисус им на это, почему же Давид, движимый Духом Божиим, называет его Господом, говоря, «Сказал Господь Господу моему»? Если Давид называет его Господом, 45 стих, как же он сын ему?» И написано, и ни один из них не мог ему на это ответить. То есть иногда профессионалы от Писания не могут понять очевидного смысла о том, что ветхозаветные пророчества о Мессии, они бывают не такими однозначными. И для того, чтобы их толковать, действительно необходимо духовное просвещение и приложение к, конкретной реальности, которая происходила в тот момент. Помните, он говорит, царство Божие среди вас. У нас перед новостью внутри вас есть. Он говорит, Царство Божие среди вас. То есть я сам, как царь, царь Божий, я здесь среди вас. И вы этого сейчас не видите, да? Да, спасибо большое за эти мысли. Вопрос на самом деле непростой, и можно много говорить на эту тему. А сейчас мне бы хотелось рассмотреть еще один вопрос, который, может быть, напрямую не касается того, о чем мы говорим, но имеет непосредственное отношение к нашей церкви, к церкви Адвентистов Седьмого дня. Это согласование принципа соло-скриптуры и использование трудов Иллиан Христианская писательница Эллен это а? Да, я бы хотел попросить Силу Васильевича, если можно, немножко рассказать о том, кто эта женщина и почему она э, э, означает, очень, оказывает, на да, оказывает огромное влияние на нашу церковь. Наверное, мне бы хотелось, опираясь на священное Писание, вспомнить книгу Откровения, где говорится о семи периодах Церкви и Церковь Адвентистов Седьмого дня. Толкуя Священное Писание, и в частности эти отрывки из книги Откровения считают, что 30, она 100, является, главы, да. является церковью Седьмого последнего периода, который упоминается в книге Откровения. На основании Священного Писания мы можем сказать, что на всех этапах развития народа Божьего Господь посылал своих вестников так и во время зарождения нового этапа, новой церкви, нового движения, адвентистского движения. Церковь адвентистов седьмого дня считает, что Господь послал своего вестника, и сестра Эллен Уайт была той женщиной, которая имела особую способность понимать Бога, и получать от Господа необходимые и своевременные вести, которые были полезны в начале зарождения адвентистского движения. Пророчские и на вести. протяжении 70 лет развития адвентистского движения, которое позже переросло в церковь адвентистов седьмого дня, сестра Эллен Уайт получала от Господа вести и давала наставления для Развивающейся церкви адвентистов седьмого дня, и сегодня э, адвентисты седьмого дня располагают богатым духовным наследием, имея записанными те вести, которые сестра Эллен Уайт получала от Господа, это очень полезные духовные наставления. Мне, отвечая на ваш вопрос, уместно привести ее высказывание на эту тему из избранных вестей, том 3, что она по этому поводу пишет. Когда вы сделаете Библию своей пищей и питьем, когда в основу своего характера вы заложите ее принципы, тогда вы лучше узнаете, как принимать советы от Бога. Сегодня я превозношу перед вами драгоценное слово. Не повторяйте того, что я произнесла. И не говорите: Сестра Ует сказала это, или Сестра Уэт сказала то. Узнайте, что говорит Господь Бог Израилев, и затем делайте то что Он повелевает. То есть в этом смысле она говорит о том, что э, она является меньшим светом, который указывает на больший свет. Это ее личное высказывание да, о том, что Библия является большим светом. И она говорит, что если бы народ Божий исследовал Писание, то ему не было бы э, столь острой необходимости прибегать к моим трудам. Другое дело, что вот э, все пророческая вещь, да, Пророческая весть предполагала, что э, когда народ Божий размышлял каких-то вопросов, у них иногда возникали моменты, когда они не могли прийти к мнению, какое из этих мнений является верным. Да? И тогда Бог ей открывал, какое из этих мнений действительно является, в какую сторону надо дальше, дальше, дальше размышлять. Братья опять размышляли. Она открывала им эту весть, а они размышляли дальше. Да? То есть истина о субботе и так далее. То есть в этих вопросах Бог послал ей весть, которая помогала э, правильно развивать эти богословские размышления. Ну и тут надо отметить очень важный момент, да, то есть, что все служение Эллен Уайт, да, вести ее к народу Божьему, они все-таки находятся внутри священного писания. То есть она не сказала ничего такого, что было бы принципиально отличное от того, что говорит священное писание вот во всей своей сути. И еще одна цитата Уайт из, 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 из книги «Великая борьба», где она пишет о том, прежде чем принимать какое-нибудь учение или предписание, мы должны потребовать ясного доказательства, и Слово Божье, так говорит Господь. Ну и как наш памятный стих говорит о, о том, что мы должны обращаться к чему-то. Мы, мы должны читать Слово Божье, оно живо и действенно. Да? То есть мы должны понимать, что для нас высшим авторитетом является Священное Писание. Сестра Эллен Уайт всегда придерживалась протестантского принципа соло-скриптура. И очень легко убедиться в том, что на самом деле она этого принципа придерживалась. Если мы откроем ее литературное наследие, то мы увидим, как часто она ссылается на священное писание. Да, Иван Викторович уже отметил, что она привнесла такие понятия, как больший свет ⁇ это священное писание, и меньший свет ⁇ это ее труды. И церковь адвентистов седьмого дня считает, что как священное Писание, так и труды сестры Эллен Уайт вдохновлены Богом, но они имеют различную функцию. То есть, они если... неравнозначны. Угу. То есть если обобщить то, что мы сегодня говорили, принцип Соло скриптуры, который был введен реформаторами, он подразумевает Авторитет Библии и он никоим образом не устраняет другие источники, которые помогают нам лучше узнавать Библию, в том числе и труды иной Сама она, как мы только что услышали, говорила о том, что в первую очередь нам нужно изучать священное Писание. А ее труды это как помощник, помощник на Вы знаете пути. еще есть один момент очень важный. Он связан с тем, что за 70 лет нашего народа в советское время был потерян такой жанр, как душеспасительное чтение. Вы знаете, когда мы читаем э, книги из цикла «Конфликт веков», «Великая борьба», пророки и цари, патриархи, и пророки, э, какие-то вещи Священного Писания совершенно иначе э, касаются вашего сердца. Например, отрывок о том, как э, Авраам отнес своего сына на гору. Я впервые плакал на этом месте, когда читал книгу «Патриархи и пророки». Я вдруг, вдруг осознал величие той жертвы, которую, которую принес Бог в лице Иисуса Христа, но осознал именно через то, 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 что произошло на горе Мария. Спасибо большое, потому что на самом деле труды или инуа, это не помогает нам лучше узнать Библию, проникаться Божьим Словом. И при этом она говорит о том, что несмотря на то, что ее труды также являются источником полученный из источника божественного, но Библия, она всегда стоит на первом месте. И нам нужно в первую очередь ориентироваться на Священное Писание. Это ее слова, и, собственно, нигде в ее трудах мы не найдем, что она противопоставляет свои труды Библии. И это очень важно. Поэтому, друзья, мы хотим сегодня призвать вас к тому, чтобы вы читали Библию, изучали Библию. Это довольно непростой процесс, потому что Слово Божие, оно подразумевает некоторые усилия, которые нужно приложить к тому, чтобы его понять, но мы всегда знаем, мы всегда можем быть уверены, что Дух Святой, он помогает нам в этом процессе, и э, Можете не сомневаться, что изучение Библии – это не только сложно, но и еще и очень интересно. Поэтому успехов вам, благословений, и мы ждем, чтобы вы никогда не останавливались в процессе исследования и изучения Библии. Всего вам доброго, благословений и до новых встреч!